праздникам готовы. О том, что ждет горожан в новогодние дни, рассказали на еженедельном совещании в столичной администрации. Зимнее счастье в Чебоксарах – тематика грядущих каникул. В этнокомплексе Амазонии появилось сафари на снегоходах. В Лакреевском лесу гостей ждут герои мультфильма «Холодное сердце». В парке Николаева пройдут мастер-классы по фигурному катанию для детей. Во всех парках работают катки с пунктами проката. Самые главные мероприятия пройдут на Красной площади. Здесь 30 декабря распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. Ежедневно на Красной площади с 30 декабря будут работать артисты, новогодние персонажи, создавать праздничное настроение, проходить детские мероприятия, представления и молодежные вечера. Главный городской каток в этом году дополнила Большая горка, Чебоксарская крепость. Для совсем маленьких любителей фигурного катания с учетом безопасности оборудован отдельный каток. Любители спорта не остались в стороне. В городе подготовлены лыжные трассы. Они есть в Лакреевском лесу, роще Гузовского, на Московской набережной. Самые длинные лыжни, которые на сегодня будут в городе, будут находиться в Заволжье. Это 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Мы подготовили трассу, которая соединяет Сосновку с левобережным пляжем. Предоставление лыжных трасс для самостоятельных занятий лыжными гонками и лыжных прогулок будет осуществляться ежедневно с 10 до 16 часов 30 минут.